Мы продолжаем наш выпуск. Министерство труда и соцзащиты Российской Федерации пересмотрит размер пособий по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Как изменятся декретные выплаты и каких еще привилегий ждать молодым родителям, узнала Александра Томей. Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет поручил изменить премьер-министр России Дмитрий Медведев. Размер пособия должен быть пересмотрен до конца 2018 года. Системой господдержки семей с детьми предусмотрено также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оно составляет 40% от заработка уходящего в декрет родителя и выплачивается фондом социального страхования. Когда же младенцу исполняется 1,5 года, маме или папе предоставляется только ежемесячная компенсация от работодателя. Сейчас ее размер 50 рублям в месяц. Кроме того, планируется возрождение системы яслей. Как отметил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, за 3-летний срок должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи регионам выделят порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. Александра Томей, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.